Assalamu alaikum wa rahmatullah. Привет, друзья. Меня зовут Муслим Беллактагун. Я студент Днепропетровской медицинской академии. Я сейчас на четвертом курсе, но скоро буду заканчиваться, иншаллах. Я очень хочу вам показать этот город, который я живу. Это называется Днепропетровской. Первым в моем комнате, который находится в Октябрьской площади 2 Карла Маркса и Воронежского, 5 общежитие 824 комната. Это очень удобная и красивая комната, потому что я один живу с моим братом Мурталом. Много места, которые нам нужно учиться, это не очень далеко из моего общежития. А это что прекрасно тоже. Много студентов из разных стран, больше 30 стран, они живут здесь или раньше жили здесь. Считается более известным профессором, у которых есть 100 врачей, которые работают и бывают или даже оба вместе. Я сейчас стою снаружи Днепровский национальный исторический музей имени Дмитрия Воронежского, установленный в Днепропетровской, Украина. Почти 170 лет назад, а это уже в 1848 году. Его постоянная коллекция состоит из 283 тысяч предметов из древних палеолитических орудий для демонстрации единиц Второй мировой войны. Это старый сайгик. Днепропетровская медицинская академия. Это университет, который я учусь, была основана 15 сентября 1960 года. Уже почти или больше 100 лет назад. Он имеет 400-500 студентов из разных стран. Но сейчас, с момента его создания, обучили около 50 тысяч врачей, фармацевтов, медсестер и, конечно, стоматологов. Иностранные студенты здесь учатся на английском языке или на русском языке. Но скоро будет начинаться на французском языке, иншаллах. Особенно для арабских студентов, которые приехали из Марокко и из разных стран, которые говорят на французском языке, чем как они понимают английском языке. Много студентов, иностранные студенты приехали в основном в Индии, Китая, Афганистана, Пакистана, Узбекистана, Саудовская Аравия, Катара, Омана, Кувейта, Нигерия, конечно, Гени, Кении и еще 33 больших разных стран в Африке, в Азии и в Европе. Вы сможете учиться здесь на любом языке, пожалуйста, и где бы вы ни были. Здесь, в центре города, это очень известное и интересное место. Каждый день и каждое время многие люди двигаются тут, потому что они хотят работать. Продаться или просто гулять и отдыхать, особенно в это время, которое есть теплая и прекрасная погода. Налево находится пассаж, а направо находится зум. А в зуме внутри есть мистер Кат Пицца и Макдональдс. А налево тут там есть European Shopping Mall, а внутри его есть Варус. Вот трамвай, это самый известный и главный транспорт система в Днепропетровске всегда двигаются и остановиться где-то нужно. Вам просто нужно заплатить 1 гривна 50 копеек и может транспортировать вас туда, где вы хотите и как далеко вы хотите. Как отлично!
ir reg Evropi. Pot mai ușis ea, pot spune scop. Rosia e protecaiușe, cer să Rosiu, pe la Rusii, e Ucraina pe ce noi nu am. Это самая длинная река Украины и Беларуси. И четвертая по величине река в Европе. Вообще длина составляется около 2500 метров. Река известна своими плотинами и гидроэлектростанциями.